Всем привет, с вами Вероника, для тех, кто меня первый раз смотрит. И сегодня я в этом видео, которое я буду снимать, расскажу и покажу, как интереснее провести отдых на природе. Итак, поехали. Можно, к примеру, устроить пикник. Можно еще заняться спортом. Можно, к примеру, пожарить что-нибудь вкусненькое. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и не забудь также подписаться и поставить лайк. И помни, что лайки — это мотивация на следующие видео. И всем пока!